середине прошлого года 2600 тонных портальных подъемных крана «Гориаф», работающие на судостроительной верфи компании Hyundai Heavy Industries, получили весьма мощное подкрепление. Этим подкреплением стал новый плавучий подъемный кран Hyundai 10000, способный поднимать и перемещать груз в 6 раз более тяжелый, чем могут поднимать упомянутые выше портальные краны. В настоящее время кран Hyundai 10000 уже был задействован для перемещения огромных и массивных структур. К примеру, узлов морских бурильных платформ Aasta Hansteen, которая строится по заказу норвежской компании Statoil. Поправочка Statoil. 10-тысячетонный плавучий кран оборудован двумя выдвигающимися стрелками, противовесами, длиной по 70 метров. Подъем грузов осуществляется при помощи 16 главных лебедок и 8 дополнительных лебедок. Барабаны этих лебедок сматывают трос диаметром 72 и 54 мм, длина каждого из которых составляет 5700 метров. А главный подъемный кран Hyundai 10000 состоит из 8 крюков, каждый из которых весит более 1000 тонн. Энергию, требующуюся для работы этого монстра, вырабатывают 4 основных генератора мощностью 2200 кВт. Когда кран работает, находясь в гавани, подключенный к энергосети, пики его потребления сглаживаются энергией, которая вырабатывают 2 дополнительных генератора мощностью по 600 кВт. А в качестве аварийного резервного генератора на кране установлен 1 100-киловаттный генератор. Конструкция подъемного механизма крана Hyundai 10000 рассчитана таким образом, что он сможет удержать свой груз даже в самой чрезвычайной ситуации. В случае подъема и транспортировки особо тяжелого и габаритного груза специальные цистерны заполняются забортной водой для придания крану дополнительной массы и устойчивости. За счет этого кран способен поддерживать угол крюка, равный 15 градусам со стороны любого из бортов и 20 градусов со стороны кормы. Система автоматического управления, использующая различные датчики, лазеры и камеры, способна автоматически поддерживать положение крана с точностью до 100 мм, даже тогда, когда кран поднимает груз размером в 50 метров. Если ты в поисках работы за рубежом, заходи на Евработа.ua, сотни вакансий по всему миру. Подписывайся на канал и не пропускай новости о поиске работы и вакансиях со всего мира.